Всем привет, с вами Тимофей. И так вот вышло, что в тамбуре я не успел поменять героя, и теперь моя каниба будет на лайне. Но зато я ей смог вставить оранжевый талант на 21 уровне. Опять тянет на первой карте. Чё? Говорю, опять тянет, опять на 4 уровне первой карте. Нет, не знаю. Не надо. Мне тут два боя сыграть, нужно будет забивать, получше. Блин, наша тень могла бы воровать крипов все это время, она вместо этого убила нагу и даже не повредила особо. Как это так? Я одного не понимаю. Зачем им ВДВ плюс этот? Но. ВДВ плюс кто? А, он на лайн пошел? Много, два лесника. Почему два лесника? ВДВ на лайн неплохо. Ну теперь да. Блин, маска с тенью у меня гнобят. Ну тебя гнобят, а я голову забираю на 4 уровне. Давай, давай. Все что угодно, лишь бы ты победил потом. Ну да, маги тут качаться нужно и нужно. Я лес подфармливать, значит, не буду. Не, мечу вот не мешало бы, кстати. Оба леса обменялись. Я почти всегда подфармливаю на мечу. Подфармливаю? Просто я не люблю рандом. А в рандоме кроме себя не иначе никто надеется. Не-не-не, считай, что ты в рандоме и подфармливай лес. Потому что если меч не раскачается, никто нагу не убьет вражескую. Наш тень, он даже не мешает качаться практически. Ай, молодец. Я, кстати, записываюсь. Правда, я не записал сам момент, но... Ушла тенька, да? Да, он даже... Но я смотрел. Развел ВДВ. Он промокнул по крипам, ударил. Ну, он обычное дело. По мне-то ударил, но я как раз был этому, блин, в неуязвимости. Блин, еще бы один шаг леса сделал и под башню бы зашла, блин, и я бы закорневал, вот это был бы кайф. Не наклей, не надо. Понимаешь, ты почувствовал так, себя рэмбом, да, не надо. Можно просто одним ударом двойной удар сделать, героя. Может можно, а может нет. Да, она просто возьмет кровь и все, ты посидишь просто под башней. Ну, демок-то я нанесу на Давану, ну и его хватит или нет, я вот не знаю. Лучше не рисковать. Да, для меча лучше никогда не рисковать. Вначале. А вот с смертью потом будешь рисковать. Так вот, у меня еще пару криков и у меня по смерти. Блин, я дурак. Я с первой строчки снял реген маны, на вторую поставил и теперь не изучил его. Ёпта. По привычке думал, что все уже хорошо. Вперёд! 500 прайма, блин. Чё, наг, хочешь гангнуть? У меня нет маны на корм. Да я смотрю. Посторожи пока кота, а я тут попью пока крипов. Ладно. Начните там с луком помаленьку, а я отвлекать буду пока. Кстати, я могу закорневать вам эту кошку. По лесу, то есть. Ой, я сам сейчас сдохну. Нифига себе. Чуть не сдох. Спасибо. Это такая тактика. Я не прихожу на кота, и все хорошо. Я тоже. Меч, перекачивайся. Тебе можно. Вот я зря. Я не стараюсь перекачиваться. Фанатки еще по дороге забрали. Да вы вообще маньяки. Вы мою лошадь сейчас втащите вообще в топ.
Я, короче, пойду на отхил на базу. Давай, давай. Я снимаю. Ну давайте, ну. Ну еще. А, хорошо. Что ты снимаешь? Трусы, блин. Не, если бы я был девочкой, они бы намокли, да. От такого офигенного ганга. Ой, лиса меня так бьет больно вообще. Я просто умираю. На Насте 7-й, меч 12-й, нормально. Вы тут уже... Как бы они просели жестоко. Нет, на распубляться нельзя, но... Слушайте, конем на... А конем на лайне довольно прикольно. Я стою, меня бьет прямо она, короче. Мне вообще пофиг, я раз отхилялся. Ну да. Ты еще отхиливаешься, чем больше. Тень с лозом. Я забираю всех крипов, какие есть вообще. О, спасибо. Тенька мне сделала хилку. Спасите. Вообще-то я могу взлететь, так что... В принципе, ничего страшного. Просто ульту потратил. Похоже, кричать спасите для коня это даже не обязательно. Ну да. Ух ты, нога аж два раза гипноз на меня истратила. Пипец. Воу. А знаете, вообще-то довольно больно. Блин, мне на корни не хватило 2 секунды. Сейчас бы как, закорневал бы их там. Под башней, представляете? Чем задолбало скрывать этого БДВ? Золотой мастер. Сейчас откатится немножко. Тут лесу можно убить, типа. Так я вот вижу. Меня отхилить, я хочу немножко. Он стрелял. Равновесие. Главное. Ты больно долгий. Как ставить? Вот, а ты говоришь, зачем скопище на каннибабе? Вот зачем. Я скопищем ее, считай, убил. Не знаю, если это не выходит. А я только что скопищами убил этого БДВ. А знаете, кстати, с этими новыми талантами, типа карателей и скопища, знаете, что случилось? Теперь танки да. Могут дамажить, и берешь танкопати, идешь сразу 5 карателей кидаешь, 5 скопищей врубаешь, и все. И от тебя ничего не надо. Ты танк, ты не умираешь. У вас 5 танков, тебя убить нельзя. Но вы всех убиваете. Ну это просто дебилизм. Надо запретить, наверное, атакующие дополнительные таланты для танков. Или типа того. Нага, что там у тебя, помочь? Айда вместе своруем пак нагло. Он ничего не сделает. Может, даже убьем его. Не. Ну, не знаю. Убьем, нет? Айда пак заберем нахер. Чё там у тебя? Лиса? Я потравить покажу. Ты потравить анекдоты? Сдались. Ну мы нагу в ихнем лесу просто так просто. Чисто погнобили. Блин, трейлер. Опа, новый оранж. Неукротимость зверя. Мне до подпола 5 строка, 7 проворства. У меня 3 очка до подпола. На мечу, чтобы его вернуть. Жесть, талант выпал. Плюс 7 силы, 10 проворства, на арзам еще 5 проворства. На 5 строчку.